Всем здравствуйте, меня зовут Светлана. Мы работаем с Давидом дистанционно. Он работает со мной и с моими детьми. Несколько дней назад у нас был случай, когда я везла ребенка из детского сада, и он мне пожаловался на боль где-то чуть ниже сердца. Я так и не поняла, может быть, это сердце или не сердце. Первое, что сразу возникло в голове, это позвонить Давиду и попросить у него помощи. Приехали домой, позвонили Давиду. И он сразу же ответил. И несмотря на то, что он был очень занят, он провел сеанс. Мы так не поняли, что у ребенка было, что у него болело. Ребенку стало легче. Давид все равно посоветовал, порекомендовал нам обратиться к врачам, посмотреть, чтобы врачи его посмотрели, обследовали. Мы так и сделали, мы его записали к врачам. Но после этого ему стало лучше, он не жаловался больше на боль. Ну, примерно мы так предполагаем, что, возможно, это были какие-то кишечные колики. Я не знаю, может быть, что-то съел в детском саду, что-то такое было. Но маловероятно, что это было сердце. А самое главное, что Давид нам помог, он избавил нас от боли. Мы ему очень благодарны, спасибо большое. Даже несмотря на то, что занят, Давид всегда помогает. Спасибо вам большое. Здравствуйте, я мама Кирилла, ему 2 года и 3 месяца. Мы проходим дистанционное лечение чуть больше 2 месяцев. У ребенка очень много положительных изменений, улучшений. Если говорить о самом главном, то прежде всего у него поменялся взгляд, он стал более осмысленный, он стал часто смотреть в глаза. Затем ребенок у нас всегда в отличном настроении, в хорошем расположении духа. Он стал часто улыбаться. У него улучшился дневной и ночной сон. Исчезли частые истерики ночные. Длительное засыпание пропало. Бессонницы у него нету, как раньше было. Ушел страх воды. Он очень любит купаться в ванне. Замечает на улице детей. Замечает своего братика. Перестал бояться взрослых, проявляет себя в творчестве, очень любит рисовать красками, фломастерами, карандашами, мелом на доске, любит музыку, ритм, танцует под музыку, любит свои музыкальные детские инструменты, часто на них играет. И вообще хочу сказать, что у нас обстановка в семье изменилась, наверное, потому что я стала более спокойная. Стала спокойная уже после первого сеанса. Какая-то вера появилась, вера в светлое будущее ребенка, вера в свою семью. И недавно, 27 мая, это произошло, ребенок осознанно смотрел мне в глаза и осознанно назвал меня мамой. Спасибо огромное Давиду. Здравствуйте. Прошло 7 месяцев с момента поездки в Израиль, в центр Беэр Давид. Мы были с Мироном в октябре прошлого года. Ну вот, Мирон, поздоровайся. Здравствуйте. У нас начала появляться речь. Не всегда понятно, но иногда очень здорово он выдает по 3-4 слова уже. Может сказать: «Мама, ты где?» Это буквально вчера было. «Мама, ау», «мама, пошли гулять». То есть вот эти вот словосочетания впервые в предложении я слышала впервые от него. То есть он в порядке вещей так уже повторяет эти вещи, говорит такие слова. А сегодня, когда я застегивала ему куртку, он сказал: «Мама, надо вот так», и показывает вверх. А я замешкалась, потому что замок куртки немножко заело. И он мне показал, как надо. Я была тоже удивлена. И каждый день происходят такие мелочи, когда он показывает то, что он может, что он умеет. Когда я немножко удивляюсь. Он стал пародировать, делать вид, что он чихает. Мирон, не мешай записывать фотоотчет. Сиди, пожалуйста, красиво. И улыбайся. Улыбайся. Ты молодец. Вот такой у меня малыш стал, оказывается, раскрывается новыми гранями. Про себя хочу сказать, что я не единожды звонила в центр с тех пор Давиду, просила помощи для лечения, для того, чтобы поправить свое здоровье. Давид помог мне в очень
тяжелые ситуации, когда я отчаялась, честно говоря. У меня случилось, непонятно, что случилось со мной, аллергическая реакция, наверное, на препарат, который был введен. И мне начало неметь лицо, спина. Я чувствовала периодически удушение, удушье. Сейчас это практически сошло на нет. Я очень этому рад. Давид приложил к этому немало усилий. Он помогал мне. Мы созванивались практически каждый день, а то и по два раза на день. И он помог мне преодолеть эту тяжелую ситуацию в моей жизни. Еще раз хочу сказать спасибо. Мы развиваемся медленно, иногда даже быстро. Я хотела сказать медленно и верно, но поняла, что это не то. Скорее всего, быстро, большими скачками. Логопед каждый день говорит, он занимается. Каждый день буквально, когда мы ходим на занятия к логопеду, задание усложняется, программа усложняется. Но малыш справляется. Я так рада этому. Спасибо еще раз центру БР Давид за то, что вы всегда с нами, вы всегда, вам всегда можно позвонить и найти помощь, поддержку в лице Давида, Йосефа и доктора Аркадия. Спасибо вам большое за ваше доброе сердце. Что-то. Что там, Мирон? Пукин, какой? Мы начали учить стихи, и довольно-таки часто мы их учим. Сейчас я покажу примерно, что мы делаем. Да Мирон, давай про капусту. Мирон, давай? Нет, папа. Про капусту. Мы капусту... Рубим. Рубим. Мы морковку трём. Мы капусту рубим. Солим. Тоним. Мы капусту... Показывай. Не капусту. Что делаем? Мирон, что делаем с капустой? Жмём? Жмём. Жмём. Всем хорошего настроения, успехов в лечении. Всего доброго. Это мой сын. Это мой второй видеоотчет. Хочется поделиться своими продвижениями. Мой сын помогает мне мыть посуду. Когда я готовлю что-нибудь, он помогает резать овощи. Сейчас он чистит там картошку, морковку, но у него плохо получается. Но это тоже с его стороны как бы свое желание. И это тоже плюс. Большое спасибо вам, Давид, и вашей команде. И хочу выразить еще отдельную благодарность, глубокую благодарность Иосифе за ее медитацию. Медитации тоже очень помогают мне лично. Я чувствую как будто бы очищение организма и как бы постепенное восстановление, оздоровление организма своего. Здравствуйте, меня зовут Оля, я из Кёльна, я мама Константина. Нам 2 и 3, знакомы с Давидом уже больше полугода. Было, наверное, сеансов 6-7. Наши изменения. Значит, улучшился глазной контакт. Начал интересоваться, листать книги. Вот, прям разные книжки. Ночью стал лучше спать. Вот. При прогулке стал давать руку. Вот. И самое главное, он перестал все подряд брать в рот. Раньше мы облизывали практически все, что попадало. Мы облизывали батареи, мы облизывали при прогулке, все брали, что находили. Вот. Конечно, остались вещи, которые, как сказать, надо еще исправлять. Вот. Но я очень благодарна Давиду за все наши позитивы благодаря ему. Вот. Костя развивается, он очень любит играть в пузли разные, он очень любит музыкально, пианино играть. Большое спасибо, Давид, будем продолжать, надеюсь, с вами работать и надеюсь оказаться в ближайшее время в Израиле. Пока!